Ружья принадлежали моему мужу, произведены Береттой. Он любил их. Он спрятал их еще до войны, поэтому их не конфисковали. Красота. Я возьму? Конечно. Хорошо говорите по-итальянски, полковник. Почему? Я бывал здесь в молодости. Графиня, я бы хотел купить эти ружья. Купить? Если позволите. Они не продаются. Точно? Да. Странное предложение. Зачем мне их продавать? Простите. Ошибся, видимо. Если тебе так нужны деньги, почему не продала ружье полковнику? Потому что полковник недостаточно явно выразил намерение купить их. А что он должен был делать? Умолять? Назвать сумму. Нам деньги нужны, а не эти ружья. А он даст столько, сколько ты попросишь. Неужели не ясно? Пускай приходит. Как утки? Оружия нет. А, надо понимать правила. Какие правила? Сегодня не получилось, вернешься завтра утром. Но на этот раз надо умолять. Так она продает их или нет? Очень хочет продать, потому набивает цену.